Я объясню, почему это так важно. Это не просто человек, забравший мою козу. Это Зохандвир? Да. Все люди думают, фантом убил его, но фантом не убивал его. Мы схватим его, потом поменяемся с Израилем, мы будем героями. Но, Салим, мы же не Джахадим. Мы даже не уверены в том, что это он. Давай позвоним Хамас, Хезбалла. Они пусть разбираются. Они ведь профессионалы. Нет, Хезбалла, Шмезбалла. Хезбалле вся слава достанется. Это наш шанс. Пусть его тогда фантом захватит, Салим. Да пошел он в жопу. Он и так уже герой. А где мои махинтохиные рестораны? А? Салим, не надо тянуть на себя одеяло. Но это касается меня. И его касается. И моей козы тоже! Говори! Он был очень мил. Идиот! Что он тебе сказал? Ну что, кудри у меня красивые и прекрасно сочетаются с мордой лица. Но это был он? Ну, вроде похож на него, но точно сказать трудно. И знаешь что? Он даже не вздрогнул, когда я заговорила о козе, которая дает сок. Суп! Коза давала суп! Ты все испортил! Суп? Этого быть не может! Иди в жопу! Это он! Я знаю, это он! Коза давал суп? Это фигня какая-то! Да пошел ты!